Рядом со мной находится генеральный директор Axioma Soft Козий Сергей. Сергей, мы подводим сегодня итоги выставки ProtExpo 2020. Расскажите, пожалуйста, для начала про вашу компанию. Чем вы занимаетесь? Наша компания занимается автоматизацией предприятий. Мы уникальны тем, что разрабатываем продукт 1С маркетинг лид-генерация. Сегодня этот продукт был представлен на этой выставке. Продукт призван создать машину по генерации лидов и впоследствии клиентов для малого и среднего бизнеса. Ну, в общем. Скажите, пожалуйста, какие цели и задачи вы ставили перед собой на выставку ProtExpo 2020? Так как мы в ритейл только начинаем выходить, мы там продвигаем торговое оборудование, торговые решения. Ну и, конечно же, как я уже сказал, наш флагманский продукт 1С маркетинг лид-генерация. А каких целей удалось достичь на выставке? Насколько сотрудники отчитались, очень много было лидов, очень большой интерес был проявлен к нашему продукту. И надеюсь, скоро это превратится в большое количество продаж. Сергей, спасибо огромное. Всего доброго. Оставайтесь с нами.